искал место для дислокации, смотрите что. Офигеть, вот это жуть. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у меня выход на коп. Решил я сегодня покопать. Хотел по металлу, но, к сожалению, хотел с собой взять копателя, который бы мне копал сигналы. Я искал бы, а он копал. К сожалению, так не получилось. И решил сегодня, чтобы день прошел не впустую, покопать по своему любимому делу, то есть пошурфить. Сегодня буду копать вот в таком вот чепчике. Хорошая вещица. Потому что, как вы видели, машину оставил буквально на какие-то считанные, ну, 5 минут максимум с открытой дверцей. И мух, слепней, оводов и всего прочее жуть. Кусают через майку. Я вообще сейчас только что ужаснулся. Через майку кусают. Курточку я с собой не взял. У нас сегодня очень-очень жарко. Легкий ветерок. Это может быть и плюс. То, что мух будет немножко гонять от меня. Вот. На прошлом разе мне показали примерно, где был раньше в свое время магазин. Что-то я пробежался, потерял это место. Вот, так что я не знаю, сейчас посмотрим, здесь взорванные есть шурфы, то есть пробные копки кто-то делал. И по пробным копкам я немножко определю, стоит ли копать его или нет. Так что копать будем неведанные места, то есть шурф будет уже взорванный кем-то. Пробные копки сделаны. И посмотрим, удачно я выбрал место копа или же нет. Вот сейчас вот стою вот в этой москитке. В принципе, мухи тыкаются, не могут укусить. Но, к сожалению, через маечку немножко кусают. Так что посмотрим. Меня видите, значит, находки у нас будут. Все, все классно, все у нас сегодня будет пучком. Смотрим, будет, думаю, интересно. Сейчас ехал и по склону такая рыжая-рыжая косуля пробежала. Зачастую, каждый раз, когда я выезжаю, вижу всякую живность, но не успеваю либо камеру взять, то ли еще всякое бывает. Ну ладно, вступление сделал, продолжаем. Итак, ребят, вы уж извините, что я снова влазю со своей рожей. В общем, на улице очень жарко, который мне показывал фундамент один пожилой человек, что в свое время там был магазин. С трудом я его нашел. Вот. Почему нашел? Потому что его настолько расшвыряли очень серьезно. И я буквально с первых штыков лопаты сразу поднял несколько монет. Сейчас я вам их покажу. Правда, монетки советские, 50-го года. Но я думаю, если глубже зашурфиться, то будут и серьезные монеты. Вот этот магазин, как он мне сказал, в советское время был. А ему говорили, что он еще при царях стоял. В общем, расшвыряли его сильно, но не дошурфили. В общем, было, наверное, много там монет. Сливки все сняты. Я постараюсь там сегодня добрать все. Не знаю, насколько меня хватит. Машину я поставил здесь в тенечке. Вот, а сам шурф находится где-то в 60 метрах от меня. В общем, первый раз я пошел туда для проверки. Камеру свою не брал, не показывал ничего. Вот. Ну, сейчас я вам продемонстрирую эти те самые монетки. Ну, ничего серьезного, но все равно для отчета я вам покажу. И на этот раз я возьму с собой воду, возьму камеру. В общем, все-все-все с рюкзачком оттуда отправлюсь, чтобы не возвращаться к этой машине. Трава густая, идти, в принципе, тяжеловато. Вот, постоянно попить. Я пришел и сразу сосал почти 1,5 литра воды. Представляете, насколько здесь жарко. Фух, да еще не с привычки. Спина пока радует тем, что о себе вообще ничего не дает знать. Так что сегодня аккуратненько буду с ней работать. Вот, повторюсь еще раз, хотел сегодня по металлу покопать, но рабсила, как говорится, со мной сегодня не поехала, свои дела. Так что вот так вот. Сейчас я вам монетки покажу. А поднял я вот такие вот монетки, все советские. Так, 42-го двадцатка. В
принципе, неплохой сохран будет. Затем еще одна двадцатка. Год, к сожалению, сказать не могу. Сейчас почищу. 54-й. Так, следующая была трешка 46-го года. Тоже хорошего бодрого сохрана. Надеюсь, там будут все такие монетки хорошего бодрого сохранчика. 15 копеек 43-го. Так, 43-й. Сейчас я в приложение скажу. Затем была трешка 50-го. И пятнашка 46-го. За какие-то, я не знаю, сколько там, я минут 20, наверное, был. Вот, там очень все засыпано. 6 монет. Классно, классно. Итак, ребята, ветерок. Как хорошо, какая благодать. В общем, сейчас я вам покажу шурфик. Вот, смотрите. Этот шурф был заложен, наверное, 3 года назад, судя по тому, какая здесь трава уже возобновилась. Вон там я покопал, первые 6 монет поднял, которые я вам показывал перед перекуром. И решил уже попробовать и все-таки как-то, я не знаю, сделать так, чтобы было продуктивно копать дальше тем, что хочется поднимать уже и сливки. В общем, дом, магазин стоял вот так. Вход, я даже не знаю, либо с той стороны, либо с этой. Потому что улица основная была вот так шла. И вот здесь вот, вот так. То есть он был с краю. Либо вход с этой стороны, либо с этой. Позади стопудово у нас были какие-то, может, какие-то склады или что-то в этом роде. Потому что там очень густо населенная такая, знаете, крапива. Вот. И первое подозрение, что здесь в начале был красный кирпич. Здесь я еще не прозванивал. Начал здесь прозванивать, был сигнальчик. И выпала круглая монета. Вместе с вами сейчас посмотрим, что это. Так, это у нас СССР. 3 копейки. 3 копейки, 39-й год. В принципе, как и все предыдущие, в очень хорошем, бодром сохране. Вот такой вот монитос. Классно? Классно, зачетно. Сейчас будем дальше прозванивать. Это только первая прозвонка. Вот здесь вот была. Вот это я еще не прозванивал. И здесь тоже не прозванивал. Так что посмотрим, что у нас тут сейчас получится. Итак, ребята. Находка. Жарко. Вот. На выбушенном грунте. Это у нас 15 копеек. 43-й. Блин, 43-й у меня уже есть. Еще одна монета 43-го года. Ну, в принципе, жалко, что не 42-го. Жалко. Ну ладно. Там он. Всего-навсего на штык лопаты был. Поднял я там копеечку. Вот, и пошла целина. То есть здесь дом уже закончился. Это, походу, просто за пределами монетки были. Вот, так что вот так вот. Бросил и стал смещаться в центр. Смотрим. Итак, глазами увидел сигнальчик, монетку вернее. Начал выковыривать и выпало... Практически верховая трешка. Трешка 37-го. Классно, классно, классно. Приятная монета и бодрый такой приятный сохран. Зачет. Ху, жарище, ребята, вообще жуть. Невозможно. Ладно, хоть иногда ветерок обдувает. И пот прям каплями с бровей смахивает. Москитку я снял, потому что ветерок. И как бы мухи не достают. А в тени жуть, что творится. Ладно, идем дальше. Итак, очередной сигнал.
Можно даже камеру не выключать. Монетка. Монетка старого герба. Пролетариат 31 года. Классно, классно, классно. Вон там, я вам говорил, было несколько монет. Сейчас я достану и покажу, что у нас там было. А было у нас там копеечка. По-моему, 39-й, наверное, год. Копеечка. Потому что герб уже новый. И двушка со старым гербом 30-го года. Вот такая вот монетка. Ничего особенного, наверное, копеечки, двушечки вам показывать не буду. Раз такое обилие монет здесь сыпется. Единственный минус, очень-очень жарко и душно. Ветерок иногда спасает. Вон машина стоит. Как я вам говорю, копаю я в 60 метрах от машины. Тенька здесь совсем нету, где можно перетусоваться. Вон стоит деревце. И от него небольшой участок тени. И там я отдыхаю. 10 минут копаю и 15 минут отдыхаю. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, сижу я уже вот в такой вот яме. Где-то, наверное, по пояс. И желтенькая монета. Советская. Радует то, что это пятачок. Пятак 42-го года. Зачетная монета. Классная, классная. Пойдет. А, была у меня еще одна бутылочка. Вон она лежит. Интересно то, что чисто случайно я ее не ёкнул. Я как раз ударял, рубил куски целины. И вот случайно я ее в живых оставил. Внутри у нас имеется, смотрите, не знаю, видно вам, нет, растительность какая-то. Ладно, заберем старое, микстурное, пойдет. Тут же после пятачка еще одна монета. За раз выбросил. И 53-й год. Хороший, бодрый, в принципе, зачетный. Классно. Прилично. Но, к сожалению, ничего ценного из себя не представляет. 53-й год. Идем дальше. В поисках каких-нибудь целых ценных экземпляров на этом магазине. Повторюсь, кто зашел только, если что. Шурфим и сегодня магазин, который мне подсказал один старый комрад. Не знаю, он нет, но монеты сыпятся одна за другой. Итак, ребят, продолжаем шурфить. Смещаюсь я со стороны в сторону. Глубоко не шурфлю, потому что, не знаю, дымовой ямы так таковой нету. Всего-навсего, наверное, на 3 штыка и все. По-видимому, просто был подпол. Погреба не было, сопутки тоже так таковой нету. Стекло. Вот, и выпал такой зеленый, совсем зеленый кругляшок. Сейчас мы с вами будем смотреть, что это. Через объектив понять не могу. Все. Это у нас старый герб, пролетариатка. 2 копейки. 2 копеечки. Год. Ай, размылось. Сори, сори, сори. 24-й. Классный. Классный годик. Жаль, не 25-й. Но, в принципе, хорошая монета. Рельеф высокий. Зачет пойдет. Продолжаем. Древесины очень много. Семечки тыквенные.
По-видимому, магазин был синего цвета. Вот побеленная и краска наложенная. А так таковой засыпки тут очень приятная. Вот. А всего остального, обувки, керамики, тут такого нету. Стекла очень много. Итак, очередной звонкий сигнал. И это у нас вот на монетка. Ох, это у нас 15 копеек. Серебро. Класс, класс, класс. Вот такая вот монетка. 27-й год. Зачет. Конечно, что-то нарост какой-то непонятный. Ну, не знаю, после чистки посмотрим на результат. Но здесь вот, с этой стороны, качество рельефа, в принципе, монета будет бодренькая. Класс. Забираем. Конечно же, забираем. И продолжаем. Есть серебро здесь, значит. Классно. Идем дальше. Итак, ребят, срезая новый свежий грунт, то есть нетронутый комрадом. И был сигнал, прям катухой позвонил вот именно эту область. Был сигнальчик, подрезал. И вот монетка. Пролетариатка. 20 копеек. Щитовик. Год. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так, вы видите, я не вижу. Все, вижу. 33-й год. Жаль, не 34-й. Но в целом ничего, пойдет. Че это? Смотрите, что. Сейчас. Глазами только что увидел, что что-то здесь лежит. Сука. Извините, ребят. Опа. Опа. Видели? Бутылочка микстурная. А там внутри муравишки. Ой, там муравьев сколько. Ой. Домик себе устроили в бутылке. Офигеть. Ладно. Придется им покинуть этот домик. Итак, ребят, верховой. Немного всего-навсего лопатой ковырнул. И сверху желтая. Судя по размеру, трешка. Сейчас в объектив разглядим. Что это у нас? Да, это трешка. 40-й год. В принципе, неплохой. Пойдет. Еще осталось потерять. Ну, в принципе, неплохо. Хороший сохран. Фух. Наковырял я уже вот такую вот кучу. Я вам говорил, что кости не попадаются. Нет. Все-таки кости попадаются. И это хорошо. Ну, а всего остального нету. Керамики мало. Это раз. А еще удивляет то, что бутылок, я имею в виду водочных крышек, еще ни одной не откопал. Странно для магазина и ни одной пробки. Очень-очень странно. Продолжаем. Итак, ребят, решил свой коп разнообразить своей болтовней. Очень жарко. Вернулся к машине, потому что очередная бутылка с водой закончилась. Уже две полторушки усосал. Вот. Машина находится уже на солнце. Когда я ее открыл, оттуда такой, блин, духан пошел. Такая жарища, жуть. Прям, я не знаю. Как подходишь к холодильнику, открываешь, и оттуда прохлада идет. А это из машины такой, фух. Я ж прям это, промок сразу. Да, насчет промок. Вот в этой штуке я хожу, ребята. Она хороша, да, мухи не кусают. Но факт в том, что голова потеет здорово. И весь пот течет по лицу.
неприятное дело, я всегда хожу в бандане. Вот, потому что бандана это вообще суперский тем, что пот не стекает по лицу. Вот. Нахожусь я вот в таких вот кустах. Позади меня имеется кем-то разработанный шурф. Если бы не тот фундамент, который я сейчас копаю, я бы, конечно, в этом теньке бы сел. И еще никому не советую, не рекомендую копать на открытом солнце, когда температура в тени достигает 35 градусов. Тем более одному. Это жутко страшно. То, что это очень здорово может повлиять на здоровье, если кто-то уже в возрасте. Так что не рекомендую, ребят. Если копаете, то в теньке. А если и копаете на солнце, то ходите в тенек отдыхать. Горячий чаек попить, хоть он и горячий, но все равно вот сейчас держу кружку, а она из такого материала, который не должен нагреваться, а он горячий, что термос, что кружка. Блин, хотел хлебнуть через эту фигню. Так что вот такие мои простенькие такие советы. Вот это, в принципе, должны все знать. Вот, но это для тех, кто начинает копать только. Вот, я думаю, поможет очень-очень здорово. Так что сейчас отдохнем минут 5-10 и снова на пекло. Так что смотрим, я думаю, монетки еще будут. Итак, ребят, выпала монета 10 копеек 1961 года. Я такие, конечно, монеты не показываю. Ну, не знаю, что-то как-то какие-то цифры вытянутые. Не знаю, 10 вытянутые какие-то. Я просто как-то, знаете, сразу в глаза почему-то бросились. Не знаю. Может быть, обманка зрения. Но мне кажется, что-то какой-то, не знаю, разновидность может. Хотя я могу и ошибаться. Это первая монета 61 года. Значит, магазин был вплоть до 61. Ну ладно, идем дальше. Следующий кругляшок на выброшенном грунте. И это у нас что-то зелененькое. Не, не зелененькое. Это у нас медно-никелевый сплав. 20 копеек. А год. Сейчас посмотрим. Год 48-й, что ли? Да, 48-й год. Вот такая вот монетка. Неплохая. Пойдет. Монетка на старом шурфе. То есть была старая засыпка. Я вот катушкой здесь маякнул. Был сигнальчик, ногой пнул. И выпала вот такая вот монета. Что за монета? Это у нас 20 копеек. Рамочник. И год 31-й. По-моему. 31-й, 34-й не может быть. Сейчас я гляну. Блин. Интересно, интересно. Неужели? Сейчас я обострю свое внимание. Ну да, конечно. 31-й. Я ж подумал, 34-й. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Классный монитос. Забираем. Итак, ребята, расширяю я свой фундамент. Снимаю верхний слой и монетка. Что за монета? Д-царь, ух ты! Первый царь сегодня, 1909, сохран прям бодрый, классный. Сегодня все монеты, очень странно, но очень хорошего сохранчика и качества. Я даже не знаю, с чем связано. Шурфов, они обычно убитые такие. А на этом почему-то все классно. Засыпка здесь вообще шикарная, сухая, камень. Стекло, в общем, все есть, но такая засыпка не всегда на шурфах именно жилых домов.
костей практически нет. Керамики тоже практически нет. Но стекла много. Может, витрины были или большие окна. Не знаю, стекла здесь предостаточно. Итак, ребята, ну а сейчас на радости вам покажу очередную царскую монету. Я ее в руки уже брал. Слегка разглядел, что за год. Год 1915. Классная монетка, в принципе, зачетная. Но немножко, по-моему, затерт. Но ничего, пойдет. 1915 год. 2 копейки. Класс. Классная находка. Все, идем дальше. 2 царя. И это неплохо. В принципе, даже с другой стороны и орел хорошо так проглядывается. Приятная находка. Приятная. 2-й царь. Зачет. Идем дальше. Итак, срезая стеночку, подравнивая, как бы иду. Так, что это такое? И был сигнал в стенке прям. И монета 20 копеек. 57-й. Ну, неплохой, неплохой. Бодрый сохран. Чистенький, аккуратненький. Приятный. Почистится, болячек на ней вообще не будет проглядываться. Так что приятно, приятно. Так, на выброшенном грунте маленькая монетка. И вот она. Что это у нас? 10 копеек. Год. 36-й. Прикольно. 36-й. Не знаю, дорогой, нет. Но все же цены я на монеты указываю, которые вы видите. Цены в правом нижнем углу. Неплохой экземпляр. 36-й. Даже не знаю. Да, находил я еще одну монетку перед десяткой. Достану. Это у нас 2 копеечки были. 50 какого-то года. 57-й. Вот такая приятная монетка еще была. Ладно, идем. Идем и ковыряем. Ну а следующую находку грех не показать. Не грех. Это у нас царская монета. Я ее уже видел. Видел, когда ногой распинывал сигнал. И увидел силуэт. Круг в круге. И это Николай. 1903. 1 копеечка 903 года. Не знаю, как сохран, но на ней какие-то болячки. Орла практически не видно. Не знаю. Пойдет. Хорошо. Итак, на радости хочу вам показать монетку. Монетка у нас серебряная. Классная. Смотрите, какая зачетная. Сохранчик будет классный. Прикольно. Красивое, красивое серебро. И не ценится данное, но все равно приятное. Классная серебрушка. 10 копеек. Какой там год? 24-й. Классная, классная. Прикольная. Маленькая, аккуратненькая, зачетная. Это 2-я серебрушка у меня, между прочим. 2-я. Царики есть, серебро есть. Хороший участок. Идем, продолжаем. Итак, монетка желтенькая. Видел. По лопате она брызнула своим светом. И желтенькая, желторотик, 5 копеек, 49-го года. Прикольная, хорошая монета. И, в принципе, бодренькая такая. Болячек нет. Классно, классно. Приятно пятаки поднимать советики.
классные, иногда могут обрадовать о стоимости у монеты, потому что все пятаки практически, вот они дорогие. Есть, конечно, там года распространенные 30-й, 31-й, 46-й, вот, но в целом неплохих денег стоит. Продолжаем. Итак, очередной выброс грунта, и у нас выпала пятнашка 57-го года. Хорошая, бодренькая. Блин, я вот вижу, у меня на камере показывает, что батарейка уже совсем-совсем подошла. Вчера был на копе, я вам показывал, и не зарядил. Так что посмотрим. Коротко, может быть, буду показывать просто свои находки и не болтать в прямом эфире. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, а на это я все-таки уделил времени и решил показать. Это у нас очередная серебрушка. 20 копеек 30-го года. Патина, конечно, не оригинальная, зачетная, но все равно ее надо чистить. Классная монета. Поднимал я еще несколько, наверное, монет. Штук 5 или 6. Не показывал. Сейчас я вам покажу их. Так, где они? Звенят у меня в кармашке. Так. Вот они, монетки. Так, на свет. 20 копеек 39-го было. Следом были еще 20 копеек 41-й год. Двушка, потом пятнашка, копеечка, трешка 40-го, потом что-то непонятное, двушечка и копеечка. Вот такие вот монетки я еще поднял без вашего участия. Так что вот так вот, вот так вот. Прикольно, прикольно. Идем дальше. Итак, сигнал. И это у нас царь еще один. 2 копейки 1998 года. Хорошая, бодрая, даже хочу сказать. И орел в порядке. Хорошая монета, хорошая. Так, как вам показать-то ее? Вот так вот лучше видно. Классная, как вы видите, бодренькая такая. Классная. Прикольно. Прикольно. Идем. Итак, наверное, ребята, буду последний сигнал вам показывать. Это у меня двадцатка 53-го года. Классная монета. Сегодня на радость двадцатки повылетали. Царики. Серебро имеется. Хороший сегодня коп. Ну, буду, наверное, закругляться. Фу-фу-фух. Итак, ребята, вот на такой последней ноте я буду заканчивать свой видеокоп. Конечно, выгляжу я несуразно, как какой-то космонавт. Вот, но это очень-очень спасло меня сегодня. Копали мы сегодня на солнышке. Очень жарко. И слепни просто активизировались и кусали жутко как. Меня сегодня даже две пчелы укусили. Вот, ну, сам виноват. Просто она сидела, я руку прижал, и она меня шлепнула. Сейчас находки будем смотреть. Получилось у нас сегодня классно. Шурфили мы сегодня магазин. Там, в принципе, поковыряться есть еще возможность, есть варианты немножко в сторону уйти. Но все вкусное я собрал. И тот комрад, который там шурфил, тоже, я думаю, самые-самые сливки снял. Я сегодня тоже с ним до него докапывал. В принципе, получилось неплохо. Количество монет, ну, в принципе, сейчас вы все увидите. Будет интересно. Ну, а находки сегодняшнего шурфа на магазине — вот такое количество монет. В принципе, добротное, добротное получилось. Давайте начнем от меньшинства. Два червонца 36-й, 61-й, пятнашки 4-5 штук, 43-й, 46-й, 57-й, 46-й и 43-й.
две монеты 43-го. Двадцаток сегодня в изобилии. Вообще классно. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 двадцаток. Все перечислять не буду. 53-й, 41-й, 57-й, 42-й, 39-й, 48-й, 53-й, 54-й, 33-й и 31-й год. По желтопузикам, то есть золото партии, два пятачка 49-й и 52-й. Трешка 40-го, 46-го, еще одна 40-го, 50-й, 39-й, 31-й, 37-й. Двушка 30-го и 57-го. Следующее я как-то не разобрал, что это такое, но, судя по всему, наверное, где-то 29-й. 55-й и копеечки. Копеечка 34-го, 38-го и 39-го. И самая вкусняшка, что каждый кладоискатель любит, это царские монеты. Получилось у нас царская медь 5 штук. 4 из них царские и одна двушка 24-го года. 15-го года, 98-го, 3-го и 9-го. Приятные монеты, серебро оставил напоследок. Двадцатка 30-го года будет просто шикарная. Прям рельеф очень хороший, высокий, царапин, язв на ней нету. Приятная будет монета. Пятнашка 27-го, тоже приятная монета, пойдет. И червончик тоже порадовал. Сохранчик добротный, добротный. В серебре радует то, что они очень хорошего сохрана всегда бывают и хорошо очищаются. Ну и все, сейчас прощаться. Итак, ребят, на этом я и закончу обзор. Как вы видели, в принципе, я думаю, сегодня прилично накопали. Есть серебро, есть царские, советские монеты. Общее количество, если кто внимательный, то, наверное, получилось 41, если не ошибаюсь. Я почитал, 41 монета вроде как. И неплохо, потому что это один из лучших моих выходов. Хоть и шурфили мы сегодня за кем-то, но шурф оказался богатый тем, что был в свое время магазин. Правильно мне сказали, что это было место именно магазина царского времени, потому что там и царские монеты попались, и советская медь, и советское серебро. В общем, нормально, нормально покопали, но уж очень сегодня было жарко. На солнце я даже не могу, даже боюсь сказать, но больше 40 это точно. Больше 40 градусов на солнце — это тяжело. Будьте аккуратны, особенно на шурфах. В одиночку старайтесь не копать. Вот. А если и копаете, то побольше отдыхайте в теньке. Ну и все. Всем пока. Встреча новая будет, надеюсь, у нас тоже на шурфе. Или же мы будем копать с вами чермет. Ну на этом и все. Удачи!